Еще свежи в памяти артемовцев те советские времена, когда с первыми лучами солнца в комнату врывались звуки полкового оркестра. И та самая музыка, при звуках которой можно было не смотреть на календарь, узнать дату, что наступило 1 мая. Значит, будет праздничный стол и гости после парада. А главное, традиционный репортаж с Красной площади. Тогда его смотрели все, радуясь весне, ярким краскам парада, поздравляя друг друга с праздником. И сегодня многие жители Артемовского городского округа с особой теплотой вспоминают о тех праздниках, весны и труда, о тех замечательных первомайских парадах, которых ждала вся страна, когда чествовали лучших людей труда, когда пойти на демонстрацию со своим классом, группой было целым событием. Возрождая былые традиции, из года в год на площади Советов проходит праздничное шествие трудящихся. И вот в преддверии очередного 1 мая полным ходом идет организационная работа. Уважаемые жители города Артемовского, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвященных празднику весны и труда 1 мая. В 11 часов на площади Советов состоится демонстрация. Очень надеемся, что будет хорошая погода, но независимо от того, какая будет погода, демонстрация все равно состоится. Большая просьба к руководителям предприятий направить заявки на участие. В настоящее время поступило 13 заявок. Я думаю, что надо хорошенько подумать и дополнительно направить заявки тем, кто еще не успел. На площади будет организовано торговое обслуживание. После демонстрации в ДК «Энергетик» пройдет праздничный концерт. Поздравляю вас с наступающими праздниками, желаю хорошего настроения и ждем вас на площади Советов. Пахнущий весной и детством. Нужно, чтобы люди открыли сердца и научились заново радоваться по-настоящему этому доброму, светлому празднику трудящихся. И несмотря на погоду, свою занятость гордо прошествовали в колоннах своих предприятий, организаций и учреждений.